Всем привет! Вы на канале «Основы ремонта», и сегодня уже вышел третий ролик, посвященный приклеиванию плинтуса под натяжной потолок и покрашенную стену. Кто не смотрел предыдущие два, ссылочки я оставлю в конце видео. А сегодня я вам расскажу, как закрасить плинтус обычной кисточкой, не испачкав ни потолок, ни стену. Плюс мы разберемся, что же в первую очередь красить. Стену либо плинтус, либо же плинтус, потом стену. И так мы можем испортить либо плинтус, либо стену. И будем постоянно красить то вверх, то низ. Поэтому смотрите видео до конца, и вам все станет ясно. И самое главное, для чего я снял это видео, я хочу разобрать основной косяк. Потому что при покраске плинтуса кисточкой, кисточка за собой оставляет полоски, которые очень сильно портят внешний вид. Разрезаем листы пополам, потому что большой лист будет свисать. Сейчас вы поймете, для чего это делается. Просто подсовываем листики между натяжным потолком и плинтусом, чтобы когда мы красили, мы не испачкали потолок. Вот здесь у нас находятся два стыка наших соединения. В предыдущем видео я вам показывал, когда я шпаклевал. То есть мы за день успеваем зашпаклевать и хотя бы стыки первым разом покрасить. Потому что у нас шпаклевка черная, она за два слоя не укроется, даже может быть за три. Я покажу вам дальше, в каких пропорциях нужно размешать краску, чтобы плинтус покрасить без разводов. Если вам удастся найти автомобильную шпаклевку для бамперов белую, либо бежевую, это будет вообще замечательно. Тогда это вместе с плинтусом все закрасится. Не надо будет, как у меня, отдельно все стыки проходить и прокрашивать. Потому что, еще раз напомню, шпаклевка у меня была серая, почти черная. Ее краска не укроет, поэтому отдельно нужно их подкрасить. Если у вас такая же ситуация, как у меня, то есть натяжной потолок, стены под покраску, то ход работы следующий, ну, по крайней мере, у меня был. Изначально нужно покрасить стену первым слоем. Я называю это проявочный слой. Делаю это для чего? Потому что на белом фоне очень плохо видны какие-то царапины, сколы выбоины, грязь, пыль, которая будет происходить в процессе работы. Потому что у нас все равно будет натягиваться потолки, будет клеиться плинтус, да и вообще на объекте будут производиться какие-то работы. Если у вас будет какой-то косяк, на белом фоне это не видно. После того, как мы покрасили стену первым слоем, мы сделали потолки, клеим плинтус. Поклеили плинтус, зашпаклевали стыки и покрасили его. Перед тем, как красить плинтус, мы, естественно, приклеим скотч, чтобы белой краской не залазить уже на покрашенную стену. Покрасили плинтус, дальше мы должны оторвать этот скотч. Следующий этап. Мы приклеиваем скотч уже под низ плинтуса. Поправляем здесь какие-то косяки на стенах и красим, уже открашиваемся уже финишным слоем нашей стены. Стены открасили, здесь все аккуратно открасились, опять отрываем скотч. Когда мы таким образом скотч приклеиваем и открашиваемся от плинтуса, все равно вот эта вертикальная линия, если где-то присмотреться, она чуть-чуть неровная. Но в принципе все зависит от пожеланий заказчика, вашего клиента. То есть если он прям хочет, чтобы все идеально было, как в моем случае, то я еще раз потом переклею. После того, как я покрасил стену, я еще раз переклеиваю вот так вот скотч, отступая где-то полмиллиметра, миллиметр. Визуально смотрю, чтобы линия горизонтальная шла идеально ровно. И еще раз вот в этом месте открашиваю плинтус. То есть прохожу плинтус еще раз кисточкой. Когда мы под низ клеим скотч и открашиваем, все равно линия где-то играет. Когда мы вот таким образом отклеиваем скотч, тогда у вас, даже если где-то плинтус у вас вильнул, вы отступаете на миллиметр ниже и стараетесь все равно визуально выровнять всю эту линию. Визуально будет непонятно, где у вас заканчивается плинтус, где граница плинтуса, и где у вас покрашено. То есть если даже краска на миллиметр ниже будет белая, ниже вашего плинтуса, все равно это в целом, ну, снизу будет казаться, как будто бы это идеально ровно плинтус поклеен. Вот такой маленький лайфхак с визуальным обманом. Пользуйтесь на здоровье. Вот мы и подошли к самому интересному этапу. Первое. Чтобы покрасить качественно плинтус, не оставить полосок от кисточки, разводов, непрокрасов, нужно для начала красить хорошей краской. В моем случае это тикурила. Не обязательно это тикурила должна быть, это не реклама. Много красок хороших. Допустим, Дюфа, Делюкс, Капарол. Есть еще более премиальные краски, но мы о них сейчас не будем. То есть выбираем сначала хорошую краску. Дешевой краской хорошо покрасить не получится. Второй немаловажный момент – это выбор кисточки. Эта кисточка неплохая, в принципе, но для покраски, финишной покраски плинтуса, но не пойдет она. Вот кисточка от компании Штор, немецкая. Я не настаиваю, чтобы вы покупали такую кисть, но хотя бы для понимания я вам скажу, вот эта кисточка, там, например, там 100 рублей стоит, уже точно не помню. Вот эта кисть, я буквально только вчера ее взял, купил, вот новая, 560 рублей, начало 2022 года. 560 рублей такая кисточка стоит. В чем у них разница? Я сейчас ближе вам покажу. Вот две кисточки, которые должны якобы выполнять одну и ту же задачу.
но разница огромная. Во-первых, смотрите, здесь сделан такой бортик на этой кисточке. Краска с нее не стекает. Если с этой кисточки краска стекает, здесь получаются постоянно потеки, капает, то с этой кисточки краска никогда не стекает. Плюс ворса. Смотрите, насколько плотный ворс, мелкий и плотный ворс у этой кисточки, что дает нам более равномерный окрас. То есть два основных элемента. Это хорошая краска, хорошая кисточка. И третий момент – это густота краски. Вот здесь у меня краска разбавлена примерно 10% воды. Я эту краску использовал на окрашивание откосов. Сейчас я добавлю еще сюда воды, чтобы краску разбавить примерно 15-20% воды. Но не обязательно должно быть именно так, нужно смотреть по краске. Текурила густая краска, поэтому у нее достаточно много воды, я думаю, 20% я налью. Сейчас я буду разбавлять краску, и вы увидите, какая густота для покраски откосов, какая густота нужна нам для покраски плинтусов. Первый момент, смотрим, оставляет ли краска следы. То есть вот, это наш первый вариант, где 10%. Видите, какая краска получается? Сейчас второй вариант. Вот смотрите, краска не оставляет за собой вообще никаких следов. Это там, где уже мы добавили 20%, развели краску. Вот такая по консистенции краска нам как раз таки для плинтусов и нужна. Еще у меня есть для вас маленькая новость. Я недавно создал группу ВКонтакте, которая называется «Ремонт квартиры своими руками». Группа открытая, может туда писать любой. Ссылку на эту группу я оставлю под этим видео, сразу в описании. Заходите в группу, подписывайтесь, задавайте вопросы. Будем отвечать, будем обсуждать. Ну что ж, давайте же сейчас сравним. Сейчас я покрашу жидкой краской хорошей кисточкой, густой краской плохой кисточкой. Поднесу камеру поближе и мы сравним. Первый слой всегда плохо ложится, потому что у нас плинтус очень скользкий, гладкий. Поэтому мы сейчас дадим подсохнуть, и после второго слоя уже можно будет сравнить результат. Ну что ж, поставил я на 5 минут все это дело под тепловую пушку. Все высохло, красим второй слой. Я надеюсь, мое видео было кому-то полезным. Как я приклеивал плинтуса, как я шпаклевал стыки, можете посмотреть на моем канале, ссылку я оставлю в конце видео. Кому понравилось мое творчество, подписываемся на канал, за видео ставим лайк. Всем спасибо, всем пока, скоро увидимся.